Здравствуйте, с вами Ольга, реабилитолог. С помощью теннисного мячика методом самомассажа двигаем ткани бедра. Проходим мячиком всю поверхность бедра. Переднюю поверхность, боковую поверхность, внутреннюю. Двигаем ткани над повздошно-большеберцовым трактом. В этом месте быть осторожным, потому что не должно быть болезненных ощущений, но уделить внимание этой зоне очень важно. Внутреннюю поверхность бедра также. Делаем все максимально мягко, комфортно. Слегка нажали и подвигали вперед-назад, вправо-влево, то есть как бы смещаем ткани над костью. Давление должно быть в пределах комфорта. Обрабатываем зону вокруг тазобедренного сустава, также двигаем ткани. Это место тоже очень важное, потому что здесь скопление триггерных точек, места напряжения. И в этом месте идет крепление ягодичной мышцы, поэтому обязательно не забываем про это место. Расслабляем связки в области проекции тазобедренного сустава. При сгибании бедра там может быть болезненность при ходьбе, потому что связки зажаты, спазмированы. И вот в этом месте именно происходит движение тазобедренного сустава, поэтому это очень важно. Переходим к второй ножке и таким же прорабатываем бедро по всей поверхности. В данном видео я больше уделяю внимание именно передней поверхности бедра, потому что заднюю поверхность бедра расслаблять лучше немножко другим способом. Покажу его в одном из моих следующих видео. Почему я так много внимания уделяю разминанию бедра, полностью всей поверхности бедра и тщательно прорабатываю? Потому что для того, чтобы начать движение в суставе, для того, чтобы переходить к движению, любому движению, нужно подготовить вначале ткани вокруг сустава, вокруг кости, и улучшается проводимость. Для мозга это отличный сигнал, что нужно будет уделить внимание этой зоне, к тканям проводимость. Улучшается скольжение в фасциях. После того, как мы расслабили ткани, начинаем движение в суставе тазобедренном. И для того, чтобы суставу было легче двигаться, я начинаю воздействовать пассивно-активно на ткани. Начинаем движение тазом вперед-назад. То есть вначале я, когда таз выезжает вперед, направляю головка ткани, бедренной кости слегка разворачивается назад, и слегка направляю, и, соответственно, по направлению движения сустава. То есть когда выезжает вперед, а головка бедренной кости рука с тканями направляется вперед. Обратно. И вот таким образом 3-4 раза. Затем я слегка зафиксировала, натянула ткань вверх, зафиксировала и опять продолжаю движение. Это помогает связкам сустава расслабиться больше. Следующее движение – это разворот таза наружу, внутрь. Так делаем 3-5 раз. Амплитуда движения такая, которая комфортна вам. Не должно быть никаких болезненных ощущений. Должно быть максимально расслабленное, спокойное движение, сосредоточенное. Вы даже представляете, как таз разворачивается. И еще одно положение – это движение таза вправо-влево. То есть выезжает таз вправо-влево. И таких тоже 3-5 раз. При этих движениях поясница должна быть зафиксирована в нейтральном положении. Движение в пояснице нужно исключить. То есть двигаться должен только тазобедренный сустав. Теперь с другой стороны. Точно так же сопровождаю движение тканей по направлению движения таза. Вначале по направлению, а затем натягиваю ткани вверх. Зафиксировала и продолжаю движение. Ткани растягиваются, скольжение улучшается в суставе и появляется большая амплитуда и легкость. И вот по чуть-чуть можно в нескольких местах, то есть чуть-чуть выше, еще чуть-чуть выше. Так 3-4 точки
расслабить с самого низа до верха. Положение, в котором я показываю, это не единственное. Если вот именно в таком положении прямого угла вам комфортно, то делайте в этом положении. Если есть какой-то дискомфорт или болезненность, то вы можете поменять положение ног. То есть переднюю ногу можно немножко вперед выставить. Также заднюю ногу вы можете немножко вправо, немножко влево. И ищите такое положение ног, в котором будет движение таза максимально легким, максимально свободным. Движение будет комфортным, скольжение будет как по рельсам. И благодаря этому движению, благодаря движению таза вот в нескольких плоскостях, связки, которые выстилают, окружают тазобедренный сустав, расслабляются. Появляется больше свободы в движениях. Суставы смазываются. В них появляются больше жидкости. И тогда скольжение и движение в суставах будет легким, свободным и не вызывать болезненности. Не забудьте подписаться, поставить лайк и напишите в комментариях, какие у вас ощущения и какие результаты. До встречи в следующих видео!